общем, прислали тут китайцы такую посылочку. Я так понял, что это они так шутят. Да, потому что на почте, когда ее выдавали, ржали все. Вот, в общем, такая вот штука. Сейчас мы ее будем пробовать вскрывать. Потому что... А, кстати, сразу можно это что сделать-то. Сейчас мы ее взвесим. Так, сейчас загрузится. Так, а что? Давай, грузись. Вот, загрузилось. Так, вам не видно? 641 грамм. Вес посылки в упаковке. Сейчас я ее потихонечку распечатаю. Потому что пупырки здесь, конечно, просто до хрена. До хрена пупырки. Такая вся мягкая, упругая пупырка. Вон дальше. Упаковка, конечно, шикарная. Очень много пенопласта. Оп, так. Ну, наверное, вы уже догадались, да? Что это такое? Это, блин, целых 4 посылки. Начнем с самого интересного, конечно, это руль. Руль с офигенными отзывами. Я все разверну, потом озвучу. Так, дальше подсидельчик. Конечно. Так. О, даже сама вот эта штучка есть, приколитесь. Оп, разного размера кольца. Теперь по порядку. Карбоновый руль. Длина у него 720. Стандартно 31,8 мм толщина. Реально легкий. Вообще дефектов никаких. Ни царапинок. Ничего, вообще все вообще клево. Вообще как железо, но очень легкий. Подсидельчик. Подсидельчик тяжелый. Вот из-за этой верхней части, она алюминиевая. Блин, конечно, вручную это не открутить. Блин, качество очень хорошее. Прям вообще. Вообще прям качество прям просто шикарное. Вот, по сидушке там, конечно, отзывы разные. Типа говорят, ломаются. Ну, посмотрим. Вот тоже качество просто обалденное. Прям все четко, просто вот супер. Это я так понимаю, подарили бесплатно. И кольца на подвынос, на вилку. Сейчас будем все это взвешивать. Так, я не знаю, наверное, будет видно, не будет видно. Вот. Сейчас я попробую. По крайней мере, я это озвучу. Так, итак, руль. Не получается, надо что-то подложить. Слишком провисает. Руль 161 грамм. Дубль 2. 161 грамм руль. Просто вообще супер легкий. 161 грамм всего. Так, вынос. Вот из-за этой алюминиевой хрени, которая очень тяжелая. Сейчас. Так. 222 грамма. Попробуем еще раз. 222 грамма. Офигенно. Так, сидушка. Блин, ну клевая, конечно, такая прям. Надеюсь, что она не сломается. Ну, вообще жесткая, блин. 115. Так. Дубль 2. 115 грамм. Офигенно. И вот эти вот колечки. Так, большая 10. 8, 5, что-то там, короче, вся вот эта история 34 грамма весит, но использовать я буду меньше. Вот, короче, круто,
но упаковка была супер забавная.